паровозик Олли. На зеленой поляне разбросаны разные детали. Дети, знаете, как они называются? Правильно, геометрические фигуры. О, я тоже знаю. Это кубики. Да, объемные геометрические фигуры, кубики и шары. Они еще называются геометрическими телами. Верно, Олли. Потому что такие фигуры имеют объем, то есть занимают место в пространстве. Например, из кубиков можно построить башню. Олли, как называется фигура, похожая на детские кубики? Эта фигура называется куб. Олли и Эмма, как вы думаете, на какую фигуру похож куб? На квадрат. Правильно, на квадрат. Только запомните, квадрат – одна сторона куба. И это плоская фигура, а куб – объемная. Сколько сторон у кубика? Олли, считай. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Теперь подумайте, на какую фигуру похож шар? На круг! Ой! Правильно, на круг! Запомните, круг – плоская фигура, а шар – объемная фигура. Какие предметы похожи на шар? Мяч, яблоко, воздушные шарики. Правильно, молодцы. Сейчас посмотрите внимательно и скажите, чем отличается круг и квадрат. У квадрата есть углы, у круга нет углов. Правильно, круг и квадрат отличаются углами. У квадрата четыре угла. Один, два, три, четыре. Чем отличаются шар и куб? Шар и куб отличаются углами. Верно, шар круглый и катается. А куб с углами и стоит прочно. Из кубиков можно еще построить дом. Точно! Вы просто молодцы!